Важное значение города Димитровграда не только для Ульяновской области, но и в масштабе всей страны отметил губернатор Ульяновской области Сергей Морозов сегодня на совещании. При этом в городе накопился ряд социальных проблем, которые мешают ему развиваться в соответствии со своим потенциалом. По словам главы региона, на город будет обращено особое внимание и оказана поддержка. Рассматривать изменения в бюджет, о том, чтобы уже буквально начиная с этой недели 500 тонн асфальта были выделены. И поэтому я сегодня жду конкретной информации о том, где эти 500 тонн, когда первые, так сказать, килограммы, там где-то там грамм, тонны пойдут туда. Высокие коммунальные тарифы – одна из главных проблем, которые беспокоят димитровградцев. Если для Ульяновска с 1 июля предельный индекс платы за коммунальные услуги установлен в размере 102%, что ниже уровня предыдущих лет, то в Димитровграде он составит 104%. Димитровграда индекс 1 июля для 55% населения территории Центрального Первомайского района. Индекс платы граждан составит 4%. Это последний год, когда у нас идет повышение по тарифу на водоснабжение для Ульяновского областного водоканала, связанное с реализацией концессионного соглашения. Для остальных 45% населения города Димитровграда рост тариф на водоснабжение и водоотведение составит 2%. И эта часть Димитровграда таким образом тоже, как и город Ульяновск, индекс платы граждан составит 2%. Наиболее остро в Димитровграде стоит проблема с тепловой энергией. На сегодня поставку тепловой энергии димитровградцам осуществляют 5 организаций. При этом средний тариф для большинства составляет на 400 рублей выше, чем в среднем по Ульяновской области. Считаем, что с целью снижения уровня тарифа на тепловую энергию от источников МУГ, РЦПО через сети МУГ-ДКР необходимо проработать вопрос о передаче объекта теплоэнергетического комплекса на основе концессионного соглашения инвесторам, готовым провести мероприятия по оптимизации системы теплоснабжения города Димитровграда. При этом, при заключении концессионных соглашений, считаем необходимым условием данного соглашения долгосрочных параметров регулирования тарифов применять метод альтернативной котельной. По карману димитровградцев бьют и цены на проезд. 21 маршрут перевозит пассажиров по нерегулируемым тарифам, которые устанавливаются самими перевозчиками. Цена их составляет 23 рубля, как и в городе Ульяновске. Однако в областном центре им есть альтернатива – городские маршруты, цена на которых ниже 19 рублей. Сергей Цепровский рекомендовал органам местного самоуправления пересмотреть реестр маршрутов регулярных перевозок. Чтобы облегчить жизнь жителей Димитровграда, в городе будут введены дополнительные меры соцподдержки для многодетных семей. По поручению губернатора планируется увеличить количество детей, которые смогут пользоваться бесплатным проездом. Например, в регионе около 5000 школьников уже получают данную поддержку. В самом Димитровграде бесплатно ездит только 500 детей. Глава региона поручил проработать профильному министерству вопрос обеспечения бесплатного проезда для школьников из многодетных семей. На совещании обратили внимание и на экологическое состояние Димитровграда. Для наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха, комплексной оценки и прогноза ее состояния в городе создается система мониторинга в виде постов наблюдений. За контролируемый период 2019 года в городе не зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ. Мы особо сосредоточимся на качественной и содержательной части реформы по обращению с твердыми коммунальными отходами для того, чтобы жители города Димитровграда уже сегодня ощутили не только современные все системы обращения с отходами, евроконтейнеры, современные контейнерные площадки, но и ощутили о том, что вторичные отходы начинают уже сегодня проходить сортировку на этапе до мусоросортировочного комплекса, и уже появятся контейнеры для сбора вторичных ресурсов. Сергей Морозов поручил правительству Ульяновской области усилить работу по решению проблемных вопросов города Димитровграда. И мы понимаем, что без решения всех этих вопросов в
комплексе. Мы не можем рассчитывать на то, что Димитровград, да и жители Ульяновской области, любого муниципального образования будут чувствовать себя комфортно, будут понимать, что их территория развивается, движется вперед. Губернатор подчеркнул, что будет лично контролировать исполнение своих поручений по всем направлениям, чтобы Димитровград стал по-настоящему умным, красивым и успешным городом. Уже в эту субботу Сергей Морозов посетит Димитровград, где на месте заслушает отчеты членов правительства о выполнении данных им поручений. Ирина Антонова, Юрий Ломатов, новости Ульяновской правды.